Забрать часть Осириса из покоя Оракула. Так, подождите, где покой Оракула? Покой Оракула где-то в жопе. Кстати, здесь осталось два испытания. Нет, их всего 5. Подождите. А тут не показывается, какие испытания мы прошли, какие нет. Лол. Короче, их всего 5 должно быть. Тут даже не показывается, что мы прошли. Ну, короче, вот здесь мы 2 испытания выполнили. Выполнили. Все, осталось одно. Какое Оракула, видимо. Оракула. Вы здесь или у меня игра вылетела? Нет. Нам сюда. А может здесь можно телепортироваться как-нибудь? Нет. Fuck you. Fuck you, игрок. Череп. Череп. Черепок? Серьезно? Где? Череп. У меня нету. Тебя глючит. Нету там ничего? Ну ладно, давай. Там ничего нет, он не соберется. И у меня есть. Черепок. Левее, блин. Я когда начинаю говорить, у меня отпускается эта херня. Встань левее, где... Вот, нет, чуть правее. Вот, вот так. Ты проходишь сквозь него. Собрал? Так, блин, я сделал скриншот. Я сделал скриншот, как я в нем стою, и у меня отпустилась эта херня. Управление, капец. Да вообще говно. Мы перевезли черепки. У вас какая-то это наркомания на экране. Не верьте ей, верьте мне. Я не знаю. Там был. Так надо. Вика, ты вылетела. Как так? Куда ты улетел? Погнали! Вика, ты можешь двигаться? Вика, не двигается, подожди. Вот и задвигалась. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Что это? Трындец, вот что-нибудь. Чё был? Ух ты! Как ты это сделал? Как ты это делаешь? Иксом. Жми икс вперед. У меня нет. Просто нажми икс. Нет. Ох. Отстой. Потрясающая игра. Короче, все эти вылеты, народ, кто это смотрит, они не зависят от интернета и так далее. Это потрясающий сетевой код. И вот Вика опять стоит, она не стоит на самом деле, видите? И скорее всего она даже нас не слышит. Вика, ты нас слышишь? Слышу. Окей. А мама тебя слышит? Видимо, да. Куда нам? А, центр, как обычно. One more, and we should be ready to face him. Вау! Давайте уже скорее последнее соберем сил уже нет. Ты еще 5? Это нормально? В смысле 5? Он сказал, что еще хотя бы одно. Это она, по-моему. А вот эти вот 5 колонн. Это ну, типа, просто они сами заполнятся. Пожалуйста, просто для красоты. Пожалуйста. Всего же 10 часов. Мы наиграли 10 часов? Нет, ты говорил, что там на 4 часа игра, мы уже. Да, игра на 4 часа, по идее. Это куда? Сюда? Ну ок. Как бы нам сюда? Да, именно сюда. Это сюда или чё? Ну это покой Оракула вроде как.
Не, ну если одному играть, то да, на 10 минут. Ой, это на 10 минут, господи. На 4 часа. Огнемет. А привет. Почему ты так не... То я сдох только что, да, несколько раз? Нет, Сережа сдох. What the hell? Почему я горю? Вика, ты что зашла в меню, зачем? Я хочу огнемет. А-а-а! О, фак. Это, короче, вам надо будет проходить сейчас. Самим. По стенке. Не задеваю эту херню, Сережа. Акробатика, все дела. Дай, отпусти меня. Сначала слева. Подтягиваешься, потом проходишь направо. О, господи. Вика, не мешайся. Я не знаю, как этим дерьмом управлять, оно само просто, что хочет, то и делает. А, я мог опустить эту херню. Ой, простите. Я вам сложнее задачку сделал. О, боже мой. Короче, видишь ту херню? Надо взорвать ее. Справа. Нет. Мимный. Так, а мы? А, я знаю, ты меня должен провести как раз... Давай, Серега, иди сюда. Ты меня должен провести здесь. Так, давай сначала... Вика, давай ты. Вика, давай ты. Иди туда. Вика, иди ты туда, наверх. А тебя потом как? По центру. А я уже акробатикой займусь. Как раз вот так проходя буду. Так, давай. Ну! Вика! Давай туда, наверх! О, боже мой. Ну наверх, давай, наверх, давай ты сможешь. Хватит так. Ты тоже это видишь, да? Да, да, да. Так, давай теперь ты меня. Вик, отойди. Так, все, теперь я пошел направо. Давай. Найс. Все, отпускай. Так, все, что нам нужно было сделать, это сделать. Ой, это я так мило было. Так, стоять. Нельзя перепрыгнуть. А что мы, собственно говоря, при помощи этого делаем? Так, подождите, когда красная? Стрельните. Нет, Серег, не получится. Не пытайся обмануть игру. Стрельни, вот здесь передо мной отключается. А что еще отключается? А, вот эти что ли? А, тут, видимо, так же надо вести идти. Holy shit. Так, ну давай. Вика, стреляй. А как это проходить вдвоем? Нет! Нет, еще! Стреляй! Пошли, пошли, пошли! Всё. А, так, что ты делаешь? Зачем ты-то упал? Я умер. Вика, проходи, ты там одна осталась. Взрывай это говно, миной. Holy shit, как все сложно. Опаньки, их можно взорвать? Нет, их нельзя взорвать. Это всего лишь декорации. Все, успокойтесь, эти глаза нельзя взрывать. Или можно? А все, они... можно закрыть. Вон там еще сверху. Еще?
Где наш бонус? Ну-ка. А что нам за... Ничего, бесполезно, потеря времени. А вот еще. Забивайте. Это, в общем, просто нечем заняться. Если. А, господи. Они когда вздыхают, от них это, смрад поганый. Сережа, ты не можешь, да? Фак. Там стена. Я еду! Я везу! Подождите, я везувий! Они только что, кстати, не работали. Кто-то запустил машину судного дня. Подождите, а чё справа? Ой, а чё справа? Ничего. Это оракул, да, якобы такой? А, он типа всевидящий, точно. Logic. Ставьте все мины, где получится. И взрывайте, если он под ними. Вика, куда ты ушла? Ты ушла за пределы карты. Чем я вас поздравляю. Контрольте какой-нибудь участок карты и все. О, фак. Снимайте, Серега! Вы орите, если вы сдохли? Я нихера не понимаю в этом дерьме. Отлично. Подорвали из себя. Ару. А, меня убили. Серега, Серега. Подождите, это только что данную я слышал, нет? Да, это советую. Что происходит? Этого он не предвидел. Помню, чип дали. Аналогично. Почему Лара всегда ходит вперед? Потому что я главная. Чтобы вообще как-то отделять эту игру от любой другой. Вот и я беру мужской торт. Почему цвета изменились? Не знаю. Потому что с нами боги разговаривают. Чука. Смотрите, у нас где-то еще одна есть сокровищница, которую мы не открыли. Давайте посмотрю. В жопу карте. Эти сокровищницы. Вон там, наверху, по-моему. Ой, я вижу, там черепок. Ребят.
Так, кто здесь не здоров? Я. Привет. Молодец. Зажарил еще. Ходильчиков. А тут что есть? Мы здесь были вообще? А. А как туда пройти? Вика, было бы прекрасно, если бы ты подошла к нам сейчас. Представляете, сколько мат рождаются людей, которые играют с рандомными людьми в это? Я не представляю, как можно в это играть с рандомными людьми. Вообще играть в это. И как туда попасть? Туда нельзя. Ребятки, туда нельзя. А, можно, наверное, справа обойти. Или нельзя? Непонятно. Не, Серега, там нельзя, ты куда? Это то же самое место. А вдруг? Бесконечные крокодилы, на которых можно нафармить. Нормально, ты моей мины только что взорвал. Дик-ка, пойдем. Кстати, вот здесь еще есть гробница. Вот, иди сюда. Здесь еще есть, судя по карте. Мне нравится то, куда он показывает. А мне нет. По-моему, нет, по-моему, мы здесь были, да? Мы там были. Да. Уверен? Мы там были. Да. На 100%. 100%? Ну подойдите сюда, дайте посмотреть. 146%. Здесь, там больше здесь ничего мост нет. Дальше? Нет, чем? Здесь мы есть там мост. Были, там нет, ничего нет. Это на карте посмотрели, в какой мы не были? Звездочка. Ну вот. Звездочками отмечено. Карта врет. Они все вместе говорят. И иди сюда. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Как здесь перепрыгнуть? А, я понял. Нам нужно изгнать дождь, и тогда все понятно. Я понял. Надо изгнать дождь, тогда у нас откроется путь. Видимо. Или нет. Clockwork model. It can control the weather too. Osiris was the wisest of us. He created. Ой, там еще есть, смотрите. So that no one god could wield their powers against him. If Set had full control of this device. Хераси. He would threaten the entire world. Вот это часы, прикиньте, такие наручные. Как ты прошел сквозь? Как ты прошел сквозь эти? Копья. Чтобы перекрыть доступ к дождю, поверните внешнюю рукоять. What the fuck? Ну мы как бы повернули. А где она? Окей. Я все вообще понял сейчас, что произошло. Вы тоже, да, я смотрю? Да. Именно. Так, нам нужно последнюю гробницу найти. С испытанием. Нет. Да. Нет. Солнышко. А, все, воды нет. Надо, Серёж, надо. Такие вышли, как будто из пещеры. Вот сюда. Ой, Дана, пока. О, смотрите, вот здесь нету ничего. Во-во-во, сейчас можно. Или нет?
Чего нету? Блин, потому что здесь воды нету, не будет. Почему мы не можем сюда пройти? Нам нужен холод. Холод? Каким образом мы холод можем замутить? А, да, ну типа ну, там этот вообще-то... все замерзнет. А, ну гоу. А, вот здесь написано холод, да? Вот это вот. Ну как? И мы можем это замутить? По-моему, нет. Ставь холод. Кто здесь? А, во-во-во, вот ну, холод Сережа, здесь. Это... Холод здесь, ну, Сережа, вот. Сережа это замутил один раз. Вот здесь холод. Ну как он... Еще. Серега, не вот сюда, вот сюда холод, вот здесь. Все. И мы выходим. Как он? Он сам почему-то. Я не знаю как. Он сам останавливается иногда. Это... Кассат только что видел. Короче, это не то. Это не так то. Мы же не посмотрели. Нет, видишь, дождь. А ты зашел назад зачем-то. А, я не могу пройти. Как ты проходишь? Ну-ка, отпусти. Это может сделать только Нигер. Щит, так. What the fuck? Да как? У Нигера не пофиксили. Но оно все равно, видите, оно все равно солнцем. А. Оно желтенько. Давай, давай, поворачивай дальше, поворачивай. И ночь. Все, все, отпусти. Не, нам надо подождаться, пока он там что не случится. Нет? Короче, у нас что-то багануло. Это просто глюк. Что за херня? Почему он не работает? Так, а если я пойду сюда? Подожди, не поворачивай там внизу, не поворачивай. Прекрасно. Солнце нам может... Ну, может быть, солнцем только можно. Вот, оставь ее там. Оставь ее там и подождем. Все, не трогай. Не трогай. Почему? Она у меня сейчас вообще неровно стоит. Все, отпусти. Пусть так будет. Вика, ты можешь ее провести? Попробуй провести ее. Подожди, попробуй я. А, она уходит. Понятно, это сраный баг. Все понятно. Оно теперь кружится. У меня встал примерно посередине между этих. Да, логично. Отстой. О, а что-то произошло. Все, пойдемте. В жопу это говно. Ой, какой бред. А что произошло? Ничего. Ничего не произошло, просто там подсветилась какая-то херня, он говорит, все, заработало. У нас что-то багануло.
вечно что-то багует. Потому что если нам пройти налево, то там есть испытание. И мы не можем до него добраться, потому что мы не можем... А, подождите, может здесь можно пройти? Давайте здесь пробуем пройти. Нельзя там пройти, ребят, мы там уже... А вдруг можно теперь? Мелководье, все дела. Йоу, персы, дайте выйти. Ну так ты чё тормозишь так? Давай, давай. У меня, кстати, здесь черепок. Я просто застряла. Давай я тебя убью. Прыгай. Нормально. Нормально, если я почти убил. У меня слишком много здоровья. Спасибо. Нам бы сюда шарик. Вот прям сюда. Вот прям сюда и шарик. Я бы была так счастлива. Почему не могу сюда забраться? Потому что там пропасть? Потому что это тупая игра. Даже титьки ее не спасают. Вообще. Даже Dead Island лучше титьки. Да. Одной? Зомби. Одной. Да зомби. Куда нам показывать титок, кстати? Ну, гоу. Одолевать Себика. Понял. Исида, ты молчи там вообще. Нам нужно просто подождать. А, нет. Ой, попотнул в жопу. Кто не сыт, тот все и забирает. Поэтому у меня очков больше теперь, чем у тебя. Очков больше, чем у тебя, да? Окей. Ты штангенциркулем мерил? Каким образом мерил? Ты не против, что я мерил твое штангенциркулем? Да, ты прикинул. Не, чужой-то удобней. Фу. Откуда у меня множитель? Можно я вас покину? Нет, сиди и слушай. Лучше скажи, откуда у меня множитель очков? Почему у нас черный экран? Мы всего лишь втроем играем, у нас даже данные нет. У тебя X4? Из циркуля. Ты чем так перезарядился? Адреналин Rush. Product Placement. Fuck you, YouTube. Google piece of shit. Ну, нас сейчас, короче, перекинут обратно. Скажите только игре спасибо, что не придется, наверное, не придется бежать снова по мосту, потому что нас сейчас перекинет назад. Потому что игра снова не смогла ничего не прогрузить, потому что на кусок говна. Кто купит ее, тот баран. Спасибо, я баран. Три раза. Мне жалко Дану, которую сама купила за евро. Отлично, мы одолеваем Собика. Надо одолеть сначала игру. Osiris is with us. It is time. А, Серега, двинься немножко, не могу пройти. Сережа забил. Все равно не могу. А я теперь тоже не могу. Сплющся. Бочку. Большой пулемет. Победить Собика быстрее, чем за 3 минуты. Скормить Себику... А, Собик. Скормите Себику 3 бомбы с часовым механизмом. Скормите Себику одного из его слуг. Поняли, да? Хотите большой пулемет? Быстрее, 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 Вика, 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 Вика!
Show them how a real god repays his debts! Ah! You mongrel dog! Ну зато ты все собрал. Дико быстрее нас вперед побежала. Я в золотой корзинке. И чё? С рыбой. Это как своя. Ну нам, наверное, дальше. Вика, не стой на месте. Себек, покажись. А, все понятно. Нешкин кот. Они говорят Собик, а переведено Себек. Ой, как глючит-то, ой, как... Нам нужно оставаться на плоту. А нахера это? А, все понятно. Вика, отходи отсюда. Отходи. Ладно. Оно взлетело туда, самое главное. А зачем ты подняла? Не надо было поднимать. Не надо было поднимать, ты зря это сделал, он же ее лопает. Я думала, он ее привлекает. А, мне надо было держать. Все понятно. А, фак. Ну, который сбоку. Holy shit. Ну вот какого хера? Как мне туда положить? Unreal. Вы чего? О, нашел. Динь-динь-динь. Где он? Ему еще по пузику можно стрелять. Там была красная точка. Он пукнул. О, давайте. Ой, смотрите. Нам нужно кинуть бомбу. Там нужно кинуть бомбу. Ну, как мину. А-а-а. Я подумал, ты про шарик говоришь. Holy shit. Фак, я не вижу ни одного удобного шарика. А я не вижу себя. Йоу! Кстати, да, я тебя тоже не вижу. Класс. А, вон ты в воде, ты в воде. Над Сережей. А почему... Нельзя же быть в воде. Сережа, спасибо. Так, есть, я одну запихнул. Надо пострелять, надо пострелять. Постреляйте, динь-динь-динь. Пострелял. Держу, держу, держу ее.
Все, отпустил. Берите аптечки, Серег, бери аптечки. Ух ты, нихера себе. Я как шикарно выпал. Вы сдохли, что ли, все? Все такие молчаливые, капец, все сосредоточены. Отходи. Я ненавижу. Я просто не вижу себя. Есть. Нет, я не запихнул. Фак. Ты следи за собой и все. Будь осторожен. Я не... Видай. Возрождаюсь, не вижу себя. Да пошло. А, да эти сраные крокодилы только, по-моему, меня ж... атакуют. Неправда. Кружками своими. Это шарик хер туда закинешь. А зачем? Кто начал стрелять по этому говну? Я случайно не слышал, простите, не видел. Фак. О май гад, только хотел этого мудака закинуть. Ну шарик давай. Удобный шарик. Как вы так вздыхаете быстро? Короче, удобного шарика не будет, все понятно. Мина, мина, спасибо. А, спасибо большое, мина. Потому что ты очень... О, господи, охереть. Кто-то придумал... Кто-то просто потрясающий человек придумал это задание. Хейтспаунище, хейтспаунище от этого бреда. Ой, да пошло оно все. А-а-а, Серега, ты меня все сбил. Есть, закатил. Ах, черт, я не успел, да фак. Я не отпускал кнопку, немножко не успел. Надо еще кого-нибудь в корзинку из врагов запихнуть, тогда тут испытание. Физика здесь просто потрясающая. Из воды выпихивать шарики, это просто гениально. Вот, особенно вот здесь. Отлично. Ну, давай. Я, между прочим, сдох, по-моему, только один раз. И то по незнанию. Fuck you, crocodile, piece of shit. Теперь мы его изнасилуем. Ладно, сделаем большую шнягу какую-нибудь. Сережа, совсем грустно, да? Fucking broke, piece of shit, crocodile. We have come a long way. I only hope it will be enough.
Я прям вижу, как FPS просел. Графонисто. По-любому хвостик Лары при чем тут? Да. Скормите Себику 3 бомбы с часовым механизмом. Подождите, а какие 3 бомбы с часовым механизмом? В смысле? Нет, это, видимо, те, которые мы можем взорвать. У нас 1 или 2 бомбы. А, то есть 3 вместе, да? Окей. Нет, это все не важно. Эпическая сумма камней. О, у меня 1014. Вика, ты забила сразу, да? Даже открывать ничего не будешь. Это трындец. А чё ты залазишь так быстро? Серёга, вот здесь самый главный вкусняшка. Я посмотрела, как ты играешь. И чё? Фак, тут золотой. Открывай золотой. Редкое кольцо. Сопротивление яду, сопротивление молнии, сопротивление взрыву, радиус подрыва минус. Ок. А где костюмы? А, нет, это моё! Уродец обогнал меня по общему счету. А, общий счет уже подвели, все понятно. Ну давай, открывай что-нибудь, открывай, что, достал? А я нашел еще. Ха-ха. И еще нашел. Я хочу выйти. Все, ты остался в одиночестве. Серега, ты специально ничего не говоришь, или ты говоришь, но мы тебя не слышим? Ничего говори. Ты пытаешься зеленый на зеленом поставить, что ли? Она хилит меня. Ставь на зеро. Ты только сейчас это понял? Нет. В этом состояла вся тщетность. Я завидую Дане. А, то есть вам обидно? Я случайно, мать вашу. Ха-ха. Я эту кнопку нажал. У тебя мина аж сползла. Зайди туда. Зайди. Ой, меня аж кто-то добавил в список друзей. Друзьяшек. По-моему, дальше последняя глава и все. Ой, вот оно. Если мы не закончим, Илья, это будет твоя гробница. Закончи, пожалуйста, закончи. Веселая игра, чем мне нравится? Пока. Ничего. Наконец-то, да? Замерзла. О боже мой. Как ты, Вика, глючишь у меня. Ой, там еще 2 гробницы, ребятки. Пойдемте испытание хотя выполним. Я чувствую, вам очень интересно сегодня все проходить. Нет, куда вы? Куда вы стоите? Да тут... Вика, ты куда? Вика, остановись. Вика, иди сюда. Собственно говоря, это гробница. Я туда и шла. Зачем ты меня позвал обратно? Стоит там, наверное, пропрыгать. А это испытание или нет? Вообще без понятия. Можно. Да говорю же, там пропрыгать можно. Испытание, во, последнее. Предчувствую, опять будет много криков. Слышь, Сайленс. Так. И что нам делать? Да куда? Да хватит!
Что это сделала? Кому письку вырвать? Все понятно. Так, второй, не кривой. Окей. Ну чё, Вика, давай... Да, не сю... Зачем ты нам сюда здесь? Давай беги по периметру. Там не периметр. О. Так, встань. Встань здесь, я побегу. Так, ладно, я побегу. Встань там, где Сережа. Вика, ты куда? Вика, встань там, где Сережа. А, или не надо там вставать. Вика, встань, где Сережа. Ты не пройдешь там. Не хочу. Встань ты туда. Проходи. Не. А, там один человек может, все понятно. А, нет, 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 я... Ох! Вот. Надо вдвоем идти. В общем, нужно вдвоем стоять. Все, короче говоря, собери там все. А как мы прошли 5 гробниц, если мы прошли... Как мы прошли 4, если мы прошли 5? Я помню 5 гробниц. Мы прошли их, неважно, пошли дальше. Нет, мы не прошли все. Игра говорит, что прошли. Нет, мы прошли 5. А она говорит, что 4. В том-то и дело, что она не говорит, что мы прошли. Ну, значит, она нас обманывает. Интересно, кто говорит в шортиках? Прикольно. Сейчас. Прикольно. Мне тоже так кажется. Нам туда. Вообще. Я не могу пройти. This is the tomb of Osiris's architect. Вика, скажи, почему ты так криво играешь? Может, у тебя просто FPS плохой? Выпустите меня. Выпустили. Это что за говно? Меня подгорает. Я пахнуть не стою. Дайте угадай, моим лазерным лучом, да? А. Вау. Стойте, там что-то можно, там собрать можно. О. А где еще? Ну где-то же еще должны быть замерзшие шестеренки. Здесь нету. Значит, надо еще искать. Го вниз. Вот еще вижу одну. Надо еще две. Серега, ты куда? Вон еще одна. Я иду в направлении еще одной. Так, еще где одна? Поднимай нас. Подним. Кстати, эти бьют, оказывается. Серьезно? Ну да, типа. Так, не понял, почему... Почему... Почему Вика засчитали тебе очки, если я собрал этот? Потому что я классная. Я сейчас сдохну. Нормально. Серега сдох уже. А это что за это гробница или что? Это испытание. Это не испытание, это гробница. Значит, идем назад. Идем назад? Да, назад. Лол, спасибо. Вот это классно возродили сейчас. Только не говорите, что заново надо будет шесть все шестеренки. Разбусоливать. Не знаю. Давайте вниз. Серега, мы там были уже, нет? Я молчу.
Спасибо. А, вот еще одна. Нет, слушайте, я не помню. Все, 4 из 4? Или это... А, нет. Окей, 4 из 4. И вот что, это гробница или что? Хер просышь. Дика, ты так глупо у меня бегаешь, капец. Это тоже гробница. То есть у нас две гробницы на выбор? Окей. Давайте виспа. Look, that's him protecting Ra. And over there, he's keeping travelers from harm. This mural, it's one of the oldest we've seen. Что у него под хвостом? Set was once family, a beloved brother of Osiris. Those days are gone. Туника. Set has broken the holy cycles and seeks to bring the world to ruin. He is a shadow of what he once was, forgotten by the mortals who once revered us. Грустная такс. Even gods despair when there is nothing but the void to keep them company.